«Король маршей» – некогда любимая торжественная композиция польского дворянства. Третий международный фестиваль «Волжская полониана» Дни польской культуры в Самаре открывает «Полонез». В Доме дружбы народов празднуют 30-летие учреждения национального общества «Потомок». Мы учим польский язык, мы изучаем традиции. Ну, в основном все-таки мы проводим вот такие мероприятия, которые связаны со сферой образования, культуры. Это конференции, круглые столы. Естественно, конечно, хотелось бы, чтобы те, у кого есть польские корни, как-то интересовались вот этими традициями. У нас многонациональный город. Мы все встречаемся в магазинах, в библиотеках, в театрах, в кино. И, конечно же, мы должны встречаться на фестивалях. Мы должны понимать, как взаимодействуют наши народы, как мы дружим, как мы общаемся, как мы проводим совместные проекты. И это действительно очень важно для нас. Отметить юбилей организации «Поляки Самары» и вспомнить о культурной составляющей своих корней организаторы решили в дни католического Рождества, одного из главных праздников Польши. По оценкам самарских полонистов, в регионе проживает свыше 1000 представителей данной культуры. Сегодняшнее мероприятие является знаковым не только для польского национально-культурного центра, но и для культурной жизни многонациональной Самары в целом. Если мы смотрим на наш польский центр, то это всегда научная составляющая. Вторая часть фестиваля прошла за круглым столом на линии Самары, Вроцлав и Краков. Конференция на тему «Польские сюжеты в самарской культуре и перспективы сотрудничества Самары и Польши». Слышно? Гульфия Сафина, Константин Головин. События.